Сейчас поймают вас! Так. Все, пойдемте. Эдгар тут, я тут. Ярче сделаю. Захотел. Так, у нас еще Хью один я. Нормально. Там наш Денчо одетый. Нормально. Такой ешь. А сбивать можно. Какое же настроение? Готова покорять Некстромас? Все движется полным ходом. Это мне уже не нравится. Он, наверное, воет вообще ПС моря. Разувий просто бьем. Там турбо со мной пойдет. Thank you.
Зачем будет? Просто будем туннелить воздух, как это обычно делалось. Десятки так норм. Я в десятке, потом все одетые будут ходить точно так же в туннель, так что, блин. Пицца. Танчить за ноба такое. Пойдемте. Готовы все? Все жмем, да. Так, пошли. Тут обычно геру не сдаем. Шары сразу на босса, все дела. Блин, кушка-мурка не затруднит, если ты сейчас СС повесишь на танка. А кто там? Это Гариус. Есть. Благодарю. Меня слышно в визире. Ой, Войт, можешь мне и нарезать? Благодарю. Ой, поманчила. Все, боешка упала, едем. Так. Распорить. Так. Не АФКшим, не крутимся. Теперь забери с меня бегут, ты меня топорики. Сейчас зимнишек уйдет от овца. Знаете, как распределить эмпатия? Там будут две комнаты. Со мной пойдет турбо. Со мной пойдет турбо. Я и предлагаю Войду пойти с нами.
два. У тебя там... Ты пойдешь в другую комнату, будут распределяться на две комнаты. Будешь хорошо хилить Тагариус. Слышишь? Не только Тагариус, там по всему рейду будут проходить урон. Слышал? Да. Красавчик, значит. Если что, не стесняйся, прости у Визири Иннер, Азраила там, пусть Димон споется и так далее. Это ты ему посередке поставишь, чтобы все последствия. Вот сейчас мы будем заходить в комнату, и я надеюсь, слева никто не сагрит Петра своего как-нибудь офните, и все прижались к стенке. Тагариус, с тобой идет вся пати, кроме меня, турбоёжика и войс Фьюри. В этой комнате, куда мы зашли, остаюсь только я, турбоёжик и войс Фьюри. В ту комнату идите вы. А, хотя, погодите. Постойте здесь, кто не знает тактику. Люди все знают тактику. Жмите сюда. Все, ваха, кошка, мурка. Тагариус. Я запускаю. Турбо, включи этот танка штучку. Все нормально. И вот так вот мы будем 4 минуты до второй фазы.
Так, еще где-то минута, и босс начнет АП. Пусть перезабери. Там тепло. Давайте сюда заберемся. Он сначала к нам что-то поехать, да? Босс стакает дебаф, который снижает ваши характеристики. Поэтому... А этот дебаф... Есть где-то 60 метров, поэтому мы жмемся к стенке, подальше от босса. Понятно? Ну, для новеньких. Сейчас дверка откроется. Три выживших, да? Прикольно так. Смотрите, тут попытаемся скипнуть трэш. Все идем в одном. В эти квадратики. Кольчуга, смотри. Чужаки, откажитесь от этой безрассудной авантюры. Ну не всех же. Всех же ведь не надо. Ну что ж, Зелли, не прогоняй их. Сперва мы с ними позабавимся. Слакеры, пошли. Пошли. Попку подняли. Ножками подтопали, грациозно, да, спинку выровняли. Бежим. Можно еще спец включить для красоты. Бежим. Красавчики, сейчас сзади сагрим. Давайте. О, никто не сагрил. Бежим дальше. Бедец. Вот это надо будет, кажется, сагрить. А, тогда сагрим еще сверху. Все бежим сюда же. До уголочек. Да, за уголочек там что-то сагрите. Да, рейс. Полускадал. Все, быстро заливаем. И сюда пишите. Войт. Да. Черепочек побежим. А, сагрили. Снова пьем. Давайте, внешку. Тотемы, мотемы. Так, там еще коняшки идут, так что я вам предлагаю быстрее ускориться. Войд. Вы че, на приколе? Кто сагрел? Никто не сагрел. Там еще два коня вернутся. Он сейчас гнев небесный поставлен на панель просто. Сайленс. Да.
заставить меня. Ой, ты уже спрятался с танка? Турбоёжик со мной будешь бегать, окей? Блин. Даже никто не может сбивать каст быстро, часто. Видите, как тут? Допустим, желтая, оранжевая, красная. Вах, ты будешь хилить. Кругляк я будешь хилить. Войда, слышишь меня? Тагариус, будешь в звездочке стоять, и все, кроме меня с турбоежиком, вы будете под Герой бить звездочку, что там, не знаю. Потом вы бежите в кружочек. Я надеюсь, вы быстро убьете, чтобы не бегать 100 раз. А для тех, кто не знает тактику, объясню. Вот 4 босса, они разбегаются по вот этим меточкам. И каждый в районе 50 метров стакает дебаф. Там дебаф, леди обломы, там, зелика, да? И максимум можно стакнуть 3-4 стака, как бы. На 2 стаках уже меняются, на 3 стаках уже меняются. Да? И когда вы добьете босса, будете бегать. Вот, допустим, вы тут получили стак 3. Вы побежали в кружочек. Стаки сбросились. Вы там побили, там набрали 3 стака. Побежали в другое место. Понятно? У каждого босса свой дебаф. Еще один нюанс. Если после босса нет ни одного челика, босс начинает сильно дамажить весь рейд. То есть, если нет ни одного челика возле моба, мы падаем. Понятно? Так что не тупите. Турбоежик, ты начнешь с крестика, а я пойду тогда в квадратик. Слышишь? На всех бафы есть, сейчас бафну. Раздадите, чтобы быстрее добить. Потом побежите к нам. Миликов мало, а рейнджи будут держать рейндж на квадратике. Я вам еще раз напомню. В принципе, я пойду туда, на тебя. Так. Все готово. Азраил, АФКшишь? Дождем Израила. Все, 7 одного же ждут. Азраил тут, можете пулять. Пуляйте, кто там. Yeah.
Вы там не раздали? Могу убить. Первый стак появился. Урба. Так, на нас уже два стака, сейчас будет третий стак. Вы там добиваете босса? Добиваете босса и бежите в кружок, слышите? Тугарь вздыхает. Добили. Там, кстати, все вместе. Там есть такая способность у босса, как метеорит. Она касается в челика и, ну, как бы, делит урон. Бегу-бегу. Запоминайте, то есть, если мы будем в 25-ке, и вы отбежите от челика, а вас прилетит метеорит, то вы сохнете. Если вы не в кучке стоите. На вас 3 стака. Ну, в принципе, можно добить, если хил справится. Бегу-бегу, товар. Смотрите, кто-то отбежал, а кто-то не отбежал. Ой, я лучше стою. Он добили. Геру не давали. Окей. А, на квадратике, напомню, нужна ренджа. Вот у нас один стак. Вы ренджу там не соблюдаете. Если им даст цепуху, допустим, 25-ки, вы все подохнете, понимаете? Это вы как поставить рейд. Сейчас будет второй стак, и мы побежим только. И бежим мы тоже, как бы, соблюдая ренджу. Дэнтила, ждите. Дружу, у тебя 3 стака. Я Хантер, у тебя 4 стака. Мне к каждому обращаться или что? У меня нет выбора. Я должен повиноваться. Сейчас зелика добьем. Тут просто в лужах не стоять, сбивать каст. Логично. Запуск на друида какого-нибудь. Идем последний чумной квартал. Ой, чумной же? Чумной. Ну не в 25-ке-то турбоёжик. На танцах впекнуть в Африка. Да, хорошо, конечно. Ты главное не упади на танцах. Как ты их назвал?
Сейчас я ощерять буду ее. Так. Завтра в 19 око ИЗС. Ой, око ИОС. Пардон. Нас туда не пустит никто. Раз мы в Наксимае пустим, что будет у око ИЗС, который потом. Здесь чего-то не финально, да? Мы с вайпами. Надо было тебе не слезы алгало написать, а слезы вой, да. Или называть. Ну, сведите в одну кучку, что вы делаете? Пойму, кто туда-сюда бегает. Ой, запили про нас какой-нибудь видосик с озвучкой. Это удар. Я правую ширять буду. Я приеду к вам и зафиряю. Те. Азраил, я Хантер. Инфила. Вах. Мы будем потом, после этого босса, будем бегать. Я как смогу, так объясню. Я надеюсь, вы не глупые. На первой фазе увидите, посмотрите и сделаете точно так же, как и другие. Дальше узнаем, короче. Я буду прав, левую ширять. Ты права. Обняние. Я не видел, чтобы ты был с нами в разведке. Просто. Ну, это поняла, ты сам бегаешь, ты не ориентируешься на метки, ты понимаешь, как работает вот эта вот лужа, да? Азраил, и сюда то ты просто молодец. Просто у нас каждый рейд фелики начинает ныть. Я вот вас с вами бегаю прям со всеми. И почему-то я падаю, а вы нет. Посмотрите, как он сдох там, типа.
Просто босса туннели трэш бить. А, еще курсу снимать. Дэнчила, ты можешь снимать проклятие? У тебя есть же такой скилл? Вытащи весь рейд на панели или у тебя там аддон, может, декурсив какой. Будешь диспользовать, понятно? Декурсив, точнее. Рыбу поставили, похавали. А этот босс что-нибудь кастует? Ну там, длинная стрела. Вот, мобы. Кажется, они кливаются. Ай, простите, он сейчас этот тпхнет со 7 лет трэф. Килим рейд. Сразу не агрите в плане. Это вас спребьёт. Мёртвый хил, мёртвый ДД не ДД. Пом-пом-пом. Можно трэш ставить? Ну вот, еще полминуты ждать. А могли бы забор сидеть. Ой, я жду тех времен, когда мы будем вспоминать Некромас и Хэллоуин, а не ходить сюда. Мне уже надоело. В чем смысл? У тебя будет уже этот шмат, только ты на ходить. Ой, начинает бить. Кинемся. Темная магия, мастера пожала. Так, кольчуга ткань. Так, наш Дэнчил одевается там. Да ничего, ты слышишь меня? Да, сейчас танц. Ты знаешь, как бегать? Странно учился, говорит. Ты же не по меткам бегаешь и не в куфе, а бегаешь с умом. С открытыми глазами, надеюсь.
кольчуга там, я отказываюсь. Я вчера сразу сдох. Но ты сейчас будешь смотреть, они долбиться в ДПС, в рекаунт. А чё, это круто, что ли, по пути бить мобов, я не знаю. Я думала, ты их впитал. Так, мобов лутаем, вдруг поешка упадет. Забери сзади с нас. Там хан привел. Да ты поставь очищение Богораде. Хан, ты можешь бегать здесь, друже? Да, может. Смотрите, только Вах не знает. И если он упадет, это будет вообще не обидно. Он посмотрит как раз таки. А вот насчет остальных, кошка-мурка, можешь бегать? Если кто-то из вас упадет, я не знаю. Я готова буду просто смех и грех. Так, Турбо, ой. Тагариуса хилим. Фризит на волнах. Минималки ставим. Вы можете, кстати, там заходить. Можете здесь. Всё. Я сейчас бафну вас. Всех есть каска. Тагариус, дружи. Поехали. Агри-агри без ДБМа. Ну ладно. Напомню, босс... Босс, а, этот, кидает дебаф, который увеличивает время каста, поэтому мы на максимуме бьем босса. Бах, твоя задача поставить тотем. Очищение. Тотем очищения, поставь, пожалуйста. Все увидела. Вах, можешь не хилить даже сейчас, просто смотри, как они бегают. Посмотри, как именно лужа разливается. Видишь? Там, где они стояли, лужи не было. Шли правее. Сейчас тут лужи не будет. Блин, кас, когда стоим. Иди, сейчас тут не будет. Вот они снова в кружочек бегут. Ага. Переходим все в звездочку, все в звездочку бежим, все. Готовимся. Сейчас разольется лужа, и мы побежим. Точно так же, как и все. Заранее не надо бежать. Лужа разлилась, побежали. Не стоим. Встали, где лужа разлилась. Где лужа разлилась, пошли. Ага. Ага. Никто не умер. Поздравляю. Встали. Встали. Гринфила. Ты же говорил, ты понял. А, и тут второй раз? Ой, я сейчас умру. Я что-то заслакала. Ладно, Вах, похилишь? Или когда встанете... А где ты умер? А то я побежала к боссу, забыла. А, вижу. Ресни меня кто-нибудь. Так, вижу, Вай, спасибо. Гарри, спасибо.
Вах, можешь встать, когда они будут к тебе бежать, окей? Не, у меня креста нет. А, хорошо. Давай оформи как-то себе символ. В принципе, до телепортации еще убьют. Я Ваха буду резать, а Зраил Данчилу резнешь, окей? Чтобы мы не стояли, не ждали. Денчила, вот ты умер. Вот ближе к ромбику, там есть расщелина такая, перпендикулярная к тебе. Да, расширили. И вот она, я же тебе говорила, там луж еще ранжаток, 3-8 метра где-то ауешек. Как бы типа капельками достает до себя. Телепортируемся, все звездочку. Убиваем. И вот она тебе добила. Поэтому нужно как-то рейнджу держать все равно. Сейчас я резу Ваха, да ничего резу кто-то другой. Фига. Так, каску кину. Так, трэш чистим. О. Я, чтобы время не тратить, объясню заранее. Вах. Сейчас будет босс такой интересный. Мы станем ему где-то под жопу. Ты поставишь свои тотемы. И... Собственно, начало боя мы еще немножечко сможем похилить. Нам будет появляться какой-то баф, который будет препятствовать твоему захилу. Он будет срезать весь твой захил на 100%. И это время где-то 17 секунд. Потом у тебя будет 3 секунды похилить рейд. Всего лишь 3 секунды сможешь хилить. За это время нужно будет весь рейд поднять. Есть одна такая точка, что вот у тебя каст цепухи сколько идет? 1.7, 1.4, сколько? 2.17. 2.17? Даже с тотемом? Ну, в общем, определи так. Вот, допустим, у меня идет каст 2 секунды, допустим. Я за секунду уже начну кастовать где-то за 2 секунды до того, как... как там? Может, 2 цепухи закастовать. Сейчас я резну вас. Там, если надо, им могут дать молитву. Этого босса не будем слакать, ну и на этом боссе сразу пойдем добивать остальных двух. Каску вам завтра. Вон, турбоежик объясняет тебе. Азраил, нет, не было слышно тебя ни разу. Так, вот рыба должна быть последней, никто не должен засыхать после. Понятно? Один танк сломался.
А, да, насчет молитвы и гимна. Окей, я услышала тебя.